случайно не подглядел в окно. Юпитер видит у нас окно. Он очень большой. Мы находимся возле планеты Юпитер. На спутнике Пандора. Пандора. Где-то здесь рядом.
Я надела перчаточки. Давай свои руки. Осторожно. Так. Хорошо. Сейчас мы осторожненько проверим твою реакцию. Так. Сперва возьмем такой вот шарик и проведем по твоей руке, по твоей ладошке. Так. Как ощущение? Замечательно. И вторая ладошка тоже. Так. Так. Очень хорошо. Так. Так. Хорошо. Так, теперь сожми-ка кулачок правой руки. Так, и левый тоже. Угу. Так, очень хорошо. Расправь руки. Молодец. Так. Так, и положу по твоим ладоням. Как ощущается этот мячик? Он более гладенький. Так, хорошо. И левая рука тоже. Так. 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 Как оседание пальцев? Угу. Так, замечательно. Ощущается. Хорошо. Так. Это как раз то, что нам нужно. Так. Угу. Можешь взять эту руку и давай-ка эту тоже руку. Так, пальчиками. Угу. Так. Хорошо. Все в норме. Что ж, тест на моторику пройден довольно-таки неплохо. Я все.